Ольга Буянова. Вообще Ольга Буянова рассказывает, что, как ни странно, федерация от нее абсолютно не требует медалей. Главное, чтобы нравилось гимнасткам, главное, чтобы гимнастки были в какой-то престижной группе на чемпионатах мира. Но победы и призовые места — это как будто бы абсолютно не важно. А то, что сейчас произойдет на ковре, напротив, имеет наивысшую степень важности. Алина Кабаева в современной гимнастике, наверное, является самой гибкой. Есть множество гимнасток с очень хорошими данными, но она, пожалуй, превосходит их всех. Вообще первая гимнастка с такими неординарными данными, которая появилась в России, 27 950.